Да, тут есть живые. Оле. Оп. Опа, это что, это Макс или кто? Или кто сказал? Я не понял. Ты пришла, что ли, домой? Нет. Чистый. Там не надо даже делать вверх 2, нахуй вверх 2 всегда делаюсь там, блин. Ну так и понятно. Ну, разъебали нас, хули. Они нас разъебал, ну. Но впечатление хорошее, хоть и разъебали. Да, не зам. Один раз выиграл его. Кабал против Милены просто был, блядь. А потом Джеки против Милены была, блядь. Да, да, да. Считай, я победил. Цены, блядь. Да, блядь, не получается. Там бухой просто вручены. Конечно, если должны были пить. Вот дядя, сделай только. Кто-то готов дать объективную оценку нашему турниру? Ну, я могу дать оценку насчет турнира. Начало было крутенько, потом пошло, поехало нормально. Ну, оценка из 10. Все так. Было просто много непонятных боев, блядь. Когда играли с Диорой, стояли просто и думали, что, блядь, делать, когда играл с Сенсина против Санька, блядь, я просто сидел в блоке, блядь, и не знал, что делать. И всякое такое, как бы. А так, в принципе, организация все сделала на лучшем уровне. Тупо просто нужно... Больше народа. Больше народа и более такой этот... Организованность, да. Ну, слушайте, первый раз какое? Ну, первый раз это уже нормально. Для первого раза это 10-10. Да. Да, потому что, ну, стоит отдать должное, потому что реально организация была в плане боев, кто с кем будет. Даже сразу, на ходу она... Все сразу, да, все шло быстро. Даже у про всяких турниров там постоянно ожидания какие-то, ждешь что, то это. А тут... Сразу отыграли, пара пошла. Ну там были. Когда идет смена персонажей, да, вряд ли все сидят в ЦГ. Создается несколько ЦГ и просто как-то между другом коммуницируется. Начинайте. Это знаешь как? Вот смотри, обычно как бывает? Создается несколько ЦГ и несколько администраторов, которые каждый следит за определенным ЦГ. И после боя пишет, допустим, основному администратору, типа, ну, как закончился бой, итог боя. Угу. Основной администратор записывает, и все. В данный момент, так как из-за того, что я один это все делал, поэтому приходилось как-то так выкручиваться, типа, в одном ЦГ. Единственный минус был в том, что... Вот эти моменты, которые, допустим, у кого-то бой закончился, нужно апперкотами добивать. Единственный минус вот в этом. О, все. Ливай, брат. Ливай. Блин, вот это... Никто не записал. Что было? Я сейчас сделаю. Что-то, блядь, Шер нажмите и сохраните видеоклип.